Друзья, мы ходим по пирсу, можно сказать, в Тихом океане находимся с нашими гостями и пытаемся что-то такое мне красивенькое. Нет, это не Санта-Крус, вида нет. Так, вот нам люди моды. К сожалению, нам уже 2X. А это сколько? Это XL просто. Нет, это вообще... Света, подожди, надо померить. Так, давайте мы сейчас померим. Светочка, а ты будешь... узкое, Светочка, послушай меня, а ты будешь снимать? Вот, друзья, теперь я буду выглядеть так. Небесно-голубой. Как будто это самое, бронежилет внутри. Ну что, друзья, на парусе написано «Шарданы». И чувствуется, что люди там не то чтобы как-то вот... Выпить им нечего. Чашка чая. Шарданы, шарданы. Что они там? А как же не выпить, Свет? Это ж так же вот прям специально все для этого и сделано. Да разве поймешь? Но бороздят. Да. Ну и, конечно, друзья, оказавшись на пирсе в Санта-Крус, мы не могли пройти мимо морских львов. Обратите внимание, 3 девочки, и маленькие посветлее, и здоровенный мужичища. И вот одна девочка на нем вот лежит. Там еще в воде плавают, видите? Вот плывет красавец. Да, их тут некоторое количество сгрудились на пятачке. Вот там тоже есть сколько-то, да, красавцы. Сегодня такой большой. Народа.